Мастер синих распятий, итальянский художник умбрийского или эмилианского происхождения, работавший в третьей четверти XIII века. Среди работ, причислявшихся к школе Джунто Пизано, английский исследователь Эдвард Харрисон Мей выделил расписные кресты, на которых фон прописан синей краской. Часть этих произведений имела похожую манеру изображения, поэтому Харрисон Мей приписал их кисти одного анонимного мастера, которого назвал «мастером синих распятий». Ученые предполагают, что этот художник был ассистентом Джунто Пизано и работал под его руководством при оформлении церкви Святого Франциска в Ассизи. Именно в сокровищнице этой церкви хранится расписной крест, послуживший точкой отсчета для определения манеры этого мастера. Это двусторонний крест некрупного формата, высоту 110, ширину 77 см. На нем изображен распятый Христос в стиле, характерном для Джунто Пизано, а по сторонам от его тела скорбящие Дева Мария и Иоанн Богослов. По стилистическим особенностям этому мастеру приписывается еще один небольшой процессионный крест, хранящийся в музее колледжа Смит, Массачусетса. По всей вероятности, он служил навершием епископского жезла посоха. Крест выполнен из дерева, покрытого левкасом, алебастром, замешанным на животном клее, на который наложены тонкие золотые пластины, расписанные темперами. Предположительная дата изготовления этого креста – 1265-1275 годы. Наряду с Ассизи художник работал в других местах Умбрии. Из этих работ до наших дней дошло несколько распятий, сохранившихся в плохом состоянии, которые приписывают его кисти. Одно в Кастеллино, в Норче, другое в церкви Вознесения Девы Марии в Воло-ди-Неро, еще одно в пинакотеке города Сполето. Ему также приписывается икона распятия в Музее изящных искусств в Бостоне и одна Мадонна из частной коллекции. Thank you.
Поскольку круг произведений этого художника до сих пор строго не определен, некоторые эксперты приписывают ему работы, которые числятся за другими анонимными авторами. Так, на прошедшей в 1999 году в музее Метрополитен выставке «Сокровищница церкви святого Франциска в Ассизи» в каталог мастера синих распятий были внесены две работы из Вашингтонской национальной галереи искусства, которые ранее числились за так называемым «мастером францисканских распятий» Иоанн и Богоматерь, созданные в 1272 году. По всей вероятности, ранее они располагались на правом и левом конце перекладины неизвестного креста. Мастер синих распятий был последователем школы Джунто Пизано. Его творчество протекало в русле византийской традиции. По сути, работы этого художника представляют собой вариации на византийские темы, выполненные в стиле, установившейся в его время новой католической традиции изготовления крестов. Он был ведущим умбрийским художником третьей четверти XIII века, сыгравшим важную роль в становлении местной школы живописи.